Итак, друзья, это, естественно, Edge of Magic. У нас с вами еще два дня. Вот здесь вот, на Теодоре. Есть 2300, нам нужно 4500. Надеюсь, что все соберем. И получится еще три раза его призвать. В том плане, что нам нужно это, чтобы получить награду. Но зато у нас закончился героический горн. И вот нельзя забывать сюда заходить. Обязательно после того, как он закончился, забирать вот эту фигню. То есть еще 5000 рун Индиго, плюс сундук, плюс деньги 2 миллиона. Это очень важно. То есть вот это наше должно быть стандартное место. Ну или выше, естественно. Не ниже этого. И именно для этого мы с вами все и делаем. Здесь 7 уровня. Ну, нам до этого еще далеко. Есть что-то 6, в основном 6-7 уровня, естественно. Плюс мы с вами таким образом потихонечку легендарный талисман начинаем фармить хотя бы по крохе какой-то. Прямо сейчас, кстати, у нас, если так призадуматься, уже почти 10, да? Подождите. Сундуки рейдов это не то. Да, кстати, сейчас можно сундучок рейдов открыть. Долина сокровищ. Это, наверное, все-таки жетоны. Вот здесь вот 13. У нас 13 их. Это круто. Это действительно очень хорошо. На Джага можно купить магическую звезду. Постой. Это очень хорошее, заманчивое предложение. Сделать Джага немножко посильнее. Хотя бы капельку. Это нам действительно поможет. Вопрос в другом. Сколько у него сейчас боевая мощь? 4200. У Затимы 4400. Он просто выскочит вперед. Но я бы купил. Я бы, честно говоря, купил. Зараза. Ладно, давайте купим. Действительно, почему бы нет? Мне хочется, чтобы они сейчас стали уже немножечко посильнее. Потому что мне не хватает той мощи, которая есть для того, чтобы сражаться в клановых рейдах. Рагару возьмем обязательно. Сундуки. Мы с вами вот это можем открыть. Посмотрим, что выпадет. Посмотрим, что выпадет. Ну, давайте. Феррар. Ну, блин. Это такое себе. Джубадзе. Ладно, мы получаем самого персонажа. Хорошо. И Беладоночка пришла наконец-то, хотя бы чуть-чуть. Ну то есть вот Беладону нужно получить вот просто обязательно, это must have. Но если не ошибаюсь, скоро уже заканчиваются вот эти вот рейды сюда. Ладно, плюс еще один персонаж. За кадром я разблокировал еще одного персонажа, я постоянно его осколки покупал. Давайте посмотрим, апнем сейчас сначала этих. 4485, хорошо, это нормально, это не слишком много. Он чуть-чуть сильнее ее становится, но не намного сильнее. Рогарчик чуть-чуть сильнее стал, его можно будет подкачать еще. Ну, я просто на способности не трачу ему. Так вот, я получил Хатея. Я потихонечку, кстати, 3 звезды сразу получаешь, потому что нужно собрать 50 осколков. Ротара получил 3-ю звезду, и Кабальдуна потихонечку продолжаю покупать, еще 30 будет 5 звезд. То есть это основная... Подземелье ужасов, да, все верно. Так вот, это основная цель, собрать всех сейчас кобальтов 5 звезд. Чем, собственно говоря, я занимаюсь. Так, мне пришло еще немножечко выносливости, нужно быстренько потратить, все как всегда, наверное, Торуку. Может быть, сейчас кусочек получим, может, 2-1. Ладно, договорились. Магический пропуск. Здесь что у нас? Еще 5 монеток. А, да. Монеты пропуска. И за 10 монет пропуска, я это не записал, ну, просто подумал, зачем я буду это все записывать. За 10 монет пропуска купил в магазине 15 осколков крома, 10 мне до этого выпало. Соответственно, 25 осколочков, пожалуйста, кром 2 звезды и 2 магические звезды. Откуда? А черт его знает, я не помню. Я не помню, может где-то это в выпусках было. Может быть, потому что они есть и возможно я все-таки в какой-то момент открыл пару сундуков или тройку сундуков и сам не знаю для чего. Черт его знает, не знаю откуда, вот не могу сказать. Может быть, все-таки я заходил и просто покупал. Я видел, в магазине продаются, например, вот за эти монеты, за звезды серебряные. Вот эти магические для них как раз звезды. Как вариант, мог и там купить, на самом деле. Возможно. Так, хорошо, мы с вами его приодели, уровень снаряжения 3. Вот это бесит то, что нужно по много кусочков собирать. То есть приходится выносливость свою все тратить сюда, именно на эти кусочки. Ну, что поделать. Ладненько, все. Порой они продаются на рынке за игровую валюту. И, естественно, нужно прокачивать вот это вот, кулаки ярости. Шанс на 15% снижает скорость, но наносит 5 ударов подряд одной цели. И это очень мощное, очень хорошее умение. Вот. Плюс пассивку нужно качать. Увеличивает на 10% собственный шанс нанести критический урон, если в его отряде нет героев из фракции эльфов. Высшие темные дикие. Вот, соответственно, он лучше наносит урон по эльфам. Его очень хорошо, кстати, сами понимаете, против эльфов использует. Классный персонаж, очень мощный. И давайте уже, коли мы с вами начали снимать, зайдем в призыв героев и выполним еще 2 призыва. Посмотрим, кто нам придет. Что нам придет.
Один осколок Теодора. Даная. Ладно. У нас осколков 13 из 30. Это плохо. Хотелось бы, конечно, следующую звезду. Но вряд ли. Ладно, давай еще один. 5 осколков. 18. Тродор, ну это вообще смешно. Ладно, хорошо, пока что здесь не везет. И благодаря этому зато у нас с вами 18 тысяч рун Индиго. То есть мы сейчас за неделю еще наберем, ну там, пару тысяч. По-любому у нас к следующим выходным 20-ка будет. Спокойно опять поднимемся на нужное место. На арене продолжаю покупать Кирнуола. Осталось 5 осколков. Сегодня арена обновится, я получу награду. Завтра смогу купить его, у меня будет Кирнуол. Наконец-то, вот он пришел. Так, на рынке. На рынке что-нибудь появилось? Ну, я вот это все выкупаю. То есть это по-любому понадобится. Клея у нас, если не ошибаюсь, клея довольно-таки много, да? 9 есть, но все равно возьмем. Он тоже пригодится. Увеличительное стекло. Возьмем. Плюс это эти деньги сейчас пойдут за счет, естественно, потраченных денег. Сейчас посмотрим на этапы. Вот сюда вот. Владыка серебра. Мне нужно было, чтобы закрыть вот этот этап. И получить еще 100 рун индиго. Все, хорошо. Это я выполнил. И... У нас с вами есть выносливость, можно опять идти сюда и опять ее потихонечку тратить, почему бы нет. Все-таки все эти осколки нужно собирать, нужно выполнять, наполнять, так скажем, героические пропуски. Только таким образом ты это можешь сделать. Сейчас нету никаких бонусов на осколки там, поэтому я все-таки хочу взять Крома. Вот у нас Кром, и продолжить одевать его, наверное. Да, я хочу его хотя бы до 5-го снаряжения одеть или что-то типа того. Так, 4 из 5, давайте по одной штучке. Может, повезет. Есть, 5 из 5 готово. И теперь сюда. Блин, эти части клинка, это такая засада. Ну ладно, хорошо, вот здесь вот. Давай. 3. Еще 2. Ха, конечно. Нам больше приходит вот этих синих, чем вот этих зеленых второго уровня. Но это на самом деле дичь. Все, хорошо. Есть уровень снаряжения 4. До 5-го. Но тут тоже нужно фармить. Опять примерно все то же самое. Нету смысла сейчас в это вкладываться. Кристалл 3-й нужно найти. Но я думаю, что вот у нас появилось еще немножко сюда. Мы вот так вот вложим. Потихоньку-потихоньку мы его прокачаем, оденем. Ну, естественно, завтра там будет среда, сейчас вторник. Завтра еще дадут, естественно, кубы умений, можно будет ему вложить. Но он прям хорош, это зараза очень хорош. О, монетки, спасибо. Вот так вот, то есть пока что ежедневка у меня вся выполнена. Зашел показать, что происходит. Ну, немножечко парочку сундуков открыли. И, естественно, 2 дня здесь. Я думаю, что я смогу набрать все для того, чтобы можно было, естественно, его получить. Ладненько, все, увидимся попозднее. Ну что, у меня абсолютно все есть. В смысле, 1 день, 2 часа. А, то есть еще до завтра все это длится. А, хорошо. До четверга. Мне показалось, что сегодня заканчивается. Ладно, но все равно. У нас с вами остаются руны на призыв. Все остальные руны я тратить не буду. Я их, скорее всего, оставлю на следующий ивент. Эти руны, они переходят от ивента к ивенту. Потому что здесь 11 осколков. Мне просто нереально собрать. Там мне уже негде фармить руны, я сейчас покажу. Я игнор, естественно. Вот если бы сейчас пришло там 12 и следующая звезда. Ну а игнор это хорошо. 10 осколков, а игнора это good. Остается всего-навсего 9 собрать. И для нас это реально сделать. Так, плюс мы получаем с вами магическую звезду Теодора вторую. Что нам дает награду вот здесь вот. Путь героя. И дает еще 2. Стой, мы не активировали. Погнали, активируем или потратить. Наверное, потрачу. Знаете что? Абсолютно непонятно, когда будет следующий. Может быть, через месяц, может быть, через 2 месяца. Естественно, сразу один за другим не начнется. Будет что-то другое, скорее всего. Если начнется что-то другое с этими же рунами, это будет крайне странно. Так вот, а мне сейчас герои нужны. Мне сейчас очень нужны осколки. И есть крошечный шанс, что повезет. И на Теодора сейчас насыпет осколков. И мы получим еще одну звезду ему. Это было бы просто шикарно. Это было бы просто идеально еще вот это зацепить. Давайте попробуем. Плюс все остальные осколки, да, отсюда, они нам прям очень сильно нужны. Поехали. У нас еще 2 призыва. Теодорчик, 2 осколочка, осталось 9. Понятно. Харана, 5 осколков. В принципе, неплохо, 9 осколков до 3 звезд.
Камни душ. Плюс камни душ, действительно. Почему бы нет? Ну давай. Нет, ладно, ничего особенного сверхъестественного, ничего не насыпало. 7 осколков остается. Ангрим тоже как бы мимо кассы. Вряд ли мы сейчас будем его собирать. Я просто думаю. Я просто думаю. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Здесь полностью выформили, полностью. Та же самая история, 2 осколка осталось, ну или руны осталось, да? Здесь 600, ну чуть меньше 600. 570. Здесь 540, 530, да? Здесь 40. Здесь 30. Нет, друзья, нет, все. Может быть, еще на один призыв можно наковырять, потому что вот здесь 800 осталось. То есть, естественно, завтра это обновится, плюс выносливость придет. Здесь еще осталось. Но было бы, конечно, хорошо вот эти две миссии пройти. Ну, это тоже ничего шибко нам не даст. Не, это все. В общем, все остальные осколки я оставлю на следующий этап, на следующий какой-то призыв героев, потому что по-любому он будет когда-нибудь в ближайшее время, они регулярно проходят. Где-то, не знаю, 2 месяца назад был на Джона из убийц. У меня его нет, естественно, но это хилер. Довольно-таки хороший персонаж. Дальше, это все, естественно, вот здесь вот этот донат. Причем, если ты ничего не донатил, у тебя тут, ну, то есть, пока ты что-то не задонатишь, цены у тебя просто супер-супер низкие. Чем больше ты сюда донатишь, чем глубже ты уходишь в донат, тем цены становятся больше. Это нужно учитывать, поэтому донатить сюда, если будете донатить, нужно по минимуму. Я вот говорю, самое-самое классное, что здесь можно купить, это за 300 рублей вот здесь вот магический пропуск. Потому что вот эти награды сверху, они, конечно, шикарные. Это очень хорошо. То есть это реально просто будет вам безумно помогать в прокачке, в прохождении. Причем в заполнении самого, собственно, магического пропуска. Потому что здесь большое количество выносливости везде спрятано. Огромное количество осколков. Ну и 349 рублей в месяц. Ну, вроде он 349 рублей стоит. Будем говорить... Ну нет, 349 рублей он стоит даже на... Там у меня на другом аккаунте. Вот. Это нереально немного. Ну, то есть... Каждый решает сам, можно ничего не донатить. Это я просто говорю, что единственное, чтобы можно было бы здесь купить. Плюс в понедельник здесь довольно-таки дешевую выносливость продают. Энергии и ресурсы. А, это понятно для этого самого. Просто смотрю, ценник низкий. Так, ладно, давайте сейчас зайдем вот сюда. Заберем вот эту награду эту. Этот сундук. Что у нас? Клей. Все жду оттуда осколков каких-нибудь, они не приходят. У нас, если не ошибаюсь, в магазине... Да, вот у нас с вами еще один сундучок остался, который мы также можем с вами вместе открыть. Еще немножечко гачи-механик. Ну, посмотрим. Всегда Трорин здесь. Опачки, орехонский копейщик. Дратуйте, орехонский копейщик. И не нужно нигде его больше нам фармить, потому что вот он пришел. Ну, естественно, я имею в виду, это просто пришла вторая звезда. Осколки Рианон, что это? Каждую ночь Рианон снятся кошмары, испепеляющая вспышка заклинания очищения и тишина. Арарат пережил катаклизм единожды, а королева друидов продолжает проживать его каждую ночь. Но что если открытие обители шанс ее народа на искупление? Дратуйте. У нас с вами события на Рианон. Рианон нужно получать. Здесь вот такие вот руны сказаний. Это нужно получать, в этом нужно участвовать просто по полной. Нужно золотишко, значит, блин, не тратить. Ну ладно, я потратил большое количество золота на Теодора. Рианон это просто шикарный на самом деле друид. Это босс друидов, и она основа друидской команды. Она на самом деле хорошо в других командах участвует. То есть, например, вот через один день начнется вот здесь вот у нас. Но тут нужны эти самые варвары. Как видите, у нас с вами... Белара и Ротар. В принципе, мы можем пройти вторую миссию. У нас требования выполнены. 20 золота отсюда получить. А здесь уже нужно... А здесь тоже выполнено, нет? Варвары. Уровень... Сколько варваров нужно? Ну, нам просто нужно ему этот самый... Одежонку прокачать. А вот здесь мы уже не сможем. Нам не хватает варваров. А кто у нас из варваров на примете есть? А никто. Все эти ребята у нас заблокированы. Мы никак их даже получить не можем. У нас просто где-то здесь, а вот через неделю начнется охота на лис. Здесь у нас осколка Цуна. Я хотел сказать Кицуне, Цуна здесь, вот. И много осколков. Но
Вот именно здесь нам требуется нежить Орихона. И она требуется, естественно, так же, как в том ивенте 7-7. То есть вот здесь вот нужно 7-7. Прям ничего с этим не сделаешь. Но она на самом деле из команды зверолюдей, и эта зараза просто такую грязь творит. Она, это просто очень гадкий персонаж. Ее нужно получать, безусловно, но это в будущем. Ладно, пока что все, увидимся с вами в выходные. Точнее, у вас-то это все в одном выпуске будет. У меня это просто привычка так говорить. Не обращайте внимания. У нас все с вами есть. Я что-то не обратил внимания, а у меня все, оказывается, есть, чтобы наконец-то купить Кирнуол и разблокировать его. Ядрен батон. Дратуйте. Давно осуждал как раз. Так, это мы с вами закрываем. Господи, сколько же времени на это потратил. В общем, на самом деле, здесь самый полезный Ксарт. Ксарт — это вообще безумие, насколько он полезен в этой игре. В чем фишка Ксарта? Ксарт ресает до двух персонажей, там, с довольно-таки большим шансом. И это очень удобно. То есть, если у тебя двоих убили, и, например, это подземелье ужасов, и ты закончишь бой с двумя убитыми, они больше не могут участвовать в следующем бою. Соответственно, ты в конце боя можешь к сартам резнуть их, оп, и у тебя вся полностью живая команда. Замечательно, идет дальше. Либо ты можешь резнуть их и выйти из битвы, и переиграть битву, и они у тебя будут живыми. А если ты выйдешь из битвы с мертвыми персонажами, то, естественно, ты не можешь их дальше использовать. То же самое в рейдах. Ты можешь всегда к сартам резнуть и выйти из битвы. И потом зайти по новой, и, соответственно, таким образом у тебя эти персонажи... это так можно подгадывать, потому что в рейдах, смотрите, ты немножко так пробиваешь сильно врага, а потом выходишь из битвы, а потом заходишь обратно, он пробитый, а у тебя все живые. В общем, это действительно довольно-таки интересная механика. Я тут, как видите, потихонечку коплю очки. Нужно Мердина покупать. Мердин здесь самый-самый-самый главный в рейдовом магазине, но также есть лаки. Блин, я даже не знаю. Наверное, нужно просто заняться и потихонечку собирать Мердина. Я прямо сейчас коплю очки, потому что до Мердина еще очень далеко. Конечно, это будет шикарный персонаж с 5 звездами, когда мы его с вами разблокируем. Ну и лаки хорошо. Ладно, давайте. Мердин — это заклановые очки. Это то, что нужно брать. Его можно взять только отсюда. Ну, либо из сундуков он может выпасть. То есть те осколки, которые вы видите, это просто повезло, из сундуков насыпало. Рандомных сундуков. Ну и все остальное будем, естественно, здесь за осколки покупать. Я надеюсь, что рано или поздно разблокирую. Может быть, через месяца два. Может, если повезет раньше. Ну, вроде все. Пока что все. Больше нечего нам с вами здесь делать, кроме одной маленькой детали. Кирнуол. Мы же его с вами приобрели. Разблокировали. Плюс у него звездочка есть. Так, окейушка, друг мой. Надеваем все. Тренируем его сразу в 45 уровень. С ним дурака валить не будем. У нас с вами он будет боевой. Мы его будем везде использовать, потому что именно его я и ждал. Очень полезный персонаж. Это у нас, кстати, как раз дикие эльфы. Ага, это, кстати, хорошо. Ладненько, ладненько. Это хорошо, потому что у нас хатей появился. Мы с вами хатей заполучили. И хатей, он работает и на диких эльфов, и на высших эльфов. Ой-ой-ой, спокойно. У меня нет выносливости, чтобы тебя одеть. То есть этим я буду заниматься немножко позднее. Золото прямо сейчас тратить нельзя. Ну то есть, вот этим умением он наносит 2 удара подряд. Шансом 60% провоцирует противников атаковать только себя. Плюс шанс повышается по мере того, как мы с вами прокачиваем, если я все правильно помню. Вот этим скиллом прячет всех магов и целителей на 2 хода. И диким эльфом, защитником Барата, лечат 10% каждый ход. И опять же, у нас с вами повышается по мере того, как мы с вами прокачиваем. Базовая атака. И пассивка снижает урон, наносимый диким эльфом и защитником Барата в отряде на 6%. То есть... И это очень хорошо прокачивается, очень хорошо скелится. То есть, если мы фильтранем, поставим защитники Арата, мы с вами видим Лаки, Саблезубый Софти, Катбат, Рианон, Мердин, Древерат. Соответственно, Лаки мы с вами берем всегда с ним. Это раз. Саблезубый, ну, он слаб. Ну, можно, но слаб. Ну, если ничего другого нету, то можно и Саблезуба. Софти, такое себе, он очень быстро лопается. Вместо Софти лучше поставить, на самом деле... какого-нибудь хилера, которого он спрячет, а хилером у нас будет вторым. Условно, не Хатей, от Хатея мало пользы будет в такой команде. Но, наверное, все-таки Харана. Харана и, естественно, Лати, то есть он их будет прятать. В урон у нас поставится Стерус. И пятый персонаж у нас с вами будет меняться. То есть это будет Ругару, не знаю, там, какой-нибудь Торок, где, господи, Джак, ну да, Джак, Зутима. Роланд, Гончи и так далее. То есть все Кромбом, будем Крома ставить. Просто будем менять. Ну и Кирнуол, собственно говоря, нам будет пытаться защищать постоянно
наших хилеров, чтобы их не убивали, то есть он их будет прятать, плюс будет провоцировать, если у врага будет, будут дети леса или еще кто-то, которые могут стрелять и атаковать спрятавшихся, то мы будем пытаться их провоцировать на себя. Хотя там вроде это не работает нифига, ладно, это нужно проверять, честно говоря, не помню. То есть вроде они как и провокацию тоже игнорируют. В общем, вот так вот, мы с вами очень неплохо продвинулись, мне это нравится. У нас 19400, то есть на следующих выходных будет 20 тысяч. Это 10 призывов. Вообще все шикарно. Ладно, продолжим позднее. Ну что, у нас с вами подъезжают новые события. Ищешь друзей, присоединяйся к Телеграм. А какие-нибудь награды мне? За то, что я присоединюсь к Телеграм? А-а-а. Нет, просто так не присоединимся. Так, тут у нас открывается новые целых два подземелья одновременно. Целых два, соответственно. Понадобится большое количество золота на это дело. Золото у меня... 400. Это все, что получаем. Ну, как бы, ты получаешь за ежедневные задания, естественно, за арену, плюс за турнир, который начнется за 43, через 43 минуты. Но если только займешь призовое место, безусловно. Вот. А по событиям у нас Рианон. Вот она. Священные стражи. И две принцессы. Причем и там мы с вами набираем... Ну, разные, конечно, вещи. Здесь изумруды набираются, там набираются другие. Возвращение. То есть 10 осколков мы с вами получаем гарантированно просто за первую битву. А, причем здесь она одна. Это босс диких эльфов, Сандариль. Если не ошибаюсь, с копьем она. И, блин, она классная. Она реально классная. Вообще, дикие эльфы, они сами по себе довольно-таки слабые. Их мало кто использует, если я не ошибаюсь. Но когда они тебе хорошо прокачаны, они полезны. Дикие эльфы в отряде получают 50% инициативы, когда выращиваются другие союзники половину меньше. Я даже не знаю, какие умения у него. Наносит урон всем противникам. Дополнительно 20 урона за каждого скрытого дикого эльфа в отряде. Здесь у нас... Наносит урон по одной цели, если под действием сна дополнительные 50% урона, это прикольно. Повышается ваш шанс критического удара на один ход. Ну давайте вот этим ударим. Точнее ударим, бафнулись, хорошо. И... ударим вот этим. А, на уклонение ушел, хорошо. Зашибись. Как-то так. А это на что, просто наносит урон всем противникам. Фу, круто. Нужно было бафнуться сначала, а потом по всем ударить, наверное. Хотя могли увернуться, конечно, ну ладно. Ладно. Мы сейчас с вами это еще раз подгадаем, то есть бафаемся и бьем по всем. Красота. Ну, блин, персонаж прикольный. Персонаж на самом деле классный. Что за история? А, там же две принцессы. А это высшие эльфы пришли. Ну и тут, в общем, нужно участвовать. Точно так же, как во всех таких событиях. В каждой точке можно зарабатывать за автопрохождение изумруды. И сначала, пока есть силы, ты просто проходишь своими командами, которые тебе имеются. Здесь используются, как видите, светлые персонажи. И, ну, благо, они у нас, в принципе, есть 45 уровня. Самое главное просто здесь проходить. То есть, как обычная кампания. Окей, я достиг потолка в проходимых, так скажем, заданиях. То есть, может быть, я могу пройти эту последнюю миссию, вот эту вот. Просто там сейчас покажу 39 уровня персонажи. Мне не хватает чуть-чуть на самом деле. И я не хочу тратить сейчас выносливости на это, потому что выносливость нужно здесь тратить исключительно так же, как и в Теодоре. Просто на то, что ты зарабатываешь, собственно говоря, вот эти вот... Как они здесь названы, я сейчас не знаю. Ну-ка. Руны сказаний. Ну ладно, хорошо. Руны призыва, руны сказаний, без разницы. И точно такая же фишка. Рианон можно призывать. Призовите героев еще 10 раз, получите награду. А какую награду? Значит, награда должна быть где-то. Блин, зараза, подожди. А где награда спрятана? В смысле? А, то есть мы призываем 10 раз, и мы получаем награду в виде магической звезды для нее. Вот этой вот. Все, я понял, а я думал, ну там, помните вот этот вот список еще дополнительных фишек? Ну ладно, на самом деле наплевать, потому что мне лично нужен персонаж. И получается, что раньше завтрашнего дня, 12 часов дня, когда появится героический горн, или во сколько он нам появляется? Ну кажется, завтра в 12, то есть в субботу в 12 он появится, потому что для вас слово «завтра» ничего не значит, этот выпуск выйдет гораздо позднее. Вот, только тогда я смогу призывать, потому что призыв ее будет заполнять героический горн, и я смогу продвигаться по наградам героического горна. Вот так вот. А здесь у нас с вами начинается турнир. Ну, в принципе, не так все плохо. Вот только вот эта команда какая-то бешеная. По 5 звезд. Это донат. Я не верю, что это не донат.
Ну, либо человек долго играет. Нет, почему нет? Нет. Это может быть не донат. То есть это может реально человек долго играть и потихонечку прокачиваться, сидеть на одном уровне, как это делаю я, и получить такую команду. Да, вполне, почему бы и нет. Но мы вот с вами, например, можем посражаться вот с такими вот командами. Да, тут 6-й уровень у них одежки. Но в чем фишка? Объясню сейчас. Мы с вами сейчас берем такие же. У него там одежка получше, а у меня получше звездность. Мы с вами берем таких же ребят и поставим сюда. Я даже не знаю. Поставим сюда Ксарта. Как вариант. Нам просто нужно получить бонус этих. Соответственно, я хочу сделать сегодня, постараться в этом турнире сделать как можно больше побед с разными командами. Ну, точнее, там бонусы заработать. Блин, это неприятно сейчас было. Если она уже это сделала, то бьем по нему. Хорошо. Ему повезло, что она бафнула и получила второй шанс. Второй шаг именно она получила. Дебафаем их. Убиваем тебя. Дебафаем их вот так вот. Ну им хана на самом деле. Спокойно, не нужно этого делать. Мне нужно опять за Зутиму. Дрянь такая. До свидания. Ладно, плевать. Подлечиваем всех. Мы его сюда можем восстановить за зелье. 10 тысяч бонусов. Хорошо. Примерно такая же команда, получше уровни, похуже обмундирование. А мы вот сюда гончего бездны поставим, а? Даже если у меня сейчас все умрут, это вообще не страшно. То есть нет, я имею в виду, нет, выиграть нужно. Безусловно, выиграть нужно. Хорошо. А это очень легкая победа получилась. Он даже ни одного раза меня не ударит. Забавно. 2000 очков за гончего бездна. Стандартная команда, просто довольно-таки высокий уровень, 56-е. И мы можем сейчас все поменять здесь. Поставить Роланда, хорошо, тебя поставим. Тебя поставим. Вот так вот и... Харану. Нормально. С таких не очень сильных команд как раз и будем пытаться сейчас бонусы набивать. Так, подлечим Харану. Убили, да? Но я этого и ждал, не страшно. Все пучком, все нормально. До свидания. Лечимся. Я что-то немножко не то нажал. Нажал на воскрешение. Зачем-то я сам не знаю почему. Нужно было просто подлечиться. У него 56 уровни все-таки, он меня сейчас выбьет. Вот видите, если бы я просто подлечил его лечением вот так вот, да, которое я сейчас зачем-то использовал, вообще не понимаю, опять же, зачем. Зачем я его использовал? А черт его знает. Ладно, сейчас нужно его добивать. Все хорошо, мы справимся. Ну, умерла парочка, ну не страшно, ладно, бывает. Сейчас главное больше никого не потерять. Потому что дорого восстанавливать. 11 тысяч бонусных очков за новую команду. Окей. Ну вот, пожалуйста, интереснейшая команда. У него два персонажа с 7 звездами, но третьим уровнем одежды. Что это такое? Я не понимаю. Он держит определенный уровень, что ли? Или что? Что это? Странно как-то. Давайте сейчас Лаки Харану реснем. Уберем отсюда этих ребят. Поставим Стерус еще раз. Так. Тебя... Нужно попытаться сделать максимально боевую команду. И тебя. Окей, надеюсь, сработает. Посмотрим. Сейчас постойте подумать. На нем бафов-то особо не будет. Ладно, хорошо. Итак, ударяем. Прячем всех наших. Массовым. Добиваем ее. Хорошо. Так, лечиться. Да, нужно полечить всех. Не страшно. Еще раз. Мы его забьем. То, что у него там такая звездность, это не такая большая проблема. Пошел задницу. Мы тебя все равно забьем. Ему уже хана. Есть. Теперь Тики. Как там его зовут? Я забыл, как его зовут, черт побери. Хватит Харану бить. Нужно их прятать. Есть. Я думаю, что Роланда отправляем отдыхать.
Хорошо. А его нужно спровоцировать. А, ладно. Убил все-таки. Ну ладно, но он сильный. Он сильный, безусловно, имею в виду сам персонаж. Он больно бьет с укрытия, там, с дополнительным шансом крита. 2000 бонусных очков. Ладно, хорошо. Ладно, так и буду продолжать, наверное. Ну да. Увидимся позднее. В понедельник, например, я это продолжу записывать. И попризываем там. Попризываем, естественно, Рианон. Но я просто выходные не смогу записывать. За турнир с вами получаем, да, точно. Вот нужно все это дело заполнить, чтобы руны Индиго все получить. Ну, опять же, там Леонга получаем, Золотишко, руны Индиго потом. Я думаю, что волну вулкан по-любому получим. Ну и вот это тоже, скорее всего. А может и нет. А может и да. Посмотрим. Ладно, все, пошел участвовать. Итак, я могу наконец-то записывать. Героический гор начался. За выходные не было возможности прям очень много заходить и тратить выносливость. Но раза три я зашел, все-таки немножечко нафармил. 5400, это на самом деле, это хорошо. Хотя бы столько. Вот, также в турнире занял 5-е место, если не ошибаюсь. Что-то около 200 золотых. За это получил самое главное, что получил. Потому что я там 2 раза налажал, 2 раза проиграл. Просто вот по-тупому такой, типа, понимал, что я проиграю. Я гарантированно понимал, что я проиграю эти 2 раза. И все равно решил попробовать. Дай-ка попробую. Я забыл, что это аккаунт у меня фри-то-плейн, и здесь лучше не экспериментировать со всякой ерундой. И да, в общем, из-за этого на самом деле потерял довольно-таки большое количество очков. Мог бы быть повыше и больше золотишка получить. Так, предложение закрываем. Ну, с какой-то стороны, знаете, предложения меня даже не напрягают. Они быстро закрываются, и все. То есть это предложение внутреннего доната. А вот я так думал, вот было бы прикольно, если бы здесь была возможность посмотреть какую-то рекламку и что-то за это получить. А потом подумал, блин, мне, честно говоря, так это заколебало в других играх что-то смотреть, чтобы что-то получить. Ну, то есть рекламы супер долгие, они реально супер долгие, противные. И ты тратишь по 10 минут за просмотром рекламы. Мне на самом деле надоело уже в тех играх, где я это делаю. Вот, соответственно, так, у нас с вами все по-прежнему. 45 уровень, я уже подумываю о том, чтобы двигаться к 50-му, но, наверное, после следующей недели. Вот, потихоньку продолжаем набирать персонажей. То есть у нас появился Ангрим. Я его купил в подземелье ужасов. Ой, кто-то еще появился, нет? Копейщик Орехонский, не помню. Кто-то из них появился. Стиратель, может быть, да, кажется, я стиратель 10 этих самых собрал просто в компании. У меня вроде как разблокировано, сейчас мы с вами это дело проверим. Где-то я его собрал. Вроде он во втором акте вот здесь, вот в героическом получается, а может быть во втором акте в обычном. Потому что я зашел, выдали очень большое количество выносливости, и я, чтобы заполнять героический пропуск, да, вот здесь вот он, вот. Вот здесь я его получал, все верно. Я его просто всю выносливость тратил, собственно говоря, вот здесь вот на осколке. Можно двигаться дальше, можно фармить, в смысле не фармить, а проходить кампанию. Но так как у меня конкретная сейчас задача, а именно фарм осколков, и в данный момент я занимаюсь 5-звездочной Зутимой, потому что я понимаю, что 5-звездочная Зутима и 5-звездочный Кабальдун, который я покупаю всегда в подземелье ужасов, это я пройду за кадром. Здесь абсолютно ничего интересного нету. Ну, как бы интересно, в принципе, но не очень. Я здесь покупаю Райзера. Как видите, 30-65. Я его выкуплю, и у меня все будет хорошо. Для чего я это делаю? Просто хочу потом Рахни, естественно, за них получить Аргена. И там нужно будет всех 5-звездочных, точнее, всех 7-звездочных. Но сначала я получу 5-звездочных. А также мне нужны осколки нежити. Но здесь нужной нежити нету. Хатей у меня. Тебя продолжаю покупать. Я хочу ему 4 звезды получить. Окей, все-таки нормальный хилер, это закрываем, естественно. И давайте посмотрим по клану, что у меня происходит, какие-нибудь рейды есть. Да, рейд есть, еще можно даже поучаствовать 1 час, но что-то они не каждый день запускают, это досадно. Призываем, нам нужно 10 раз призвать, чтобы получить чародейскую звезду. Но у меня такое ощущение, что у меня вроде там может даже есть, может я покупал. А может и не покупал, черт его знает, ладно, призываем. Ой, давай, Рианон. А сколько у нас вообще сейчас осколков есть? 19 из 25, то есть... Вулкан пришла. Ну ладно, хорошо. То есть нам нужно 6 осколочков. Но в принципе есть шанс. 20. Тирос. Еще десятка осталось на Тироса. Так. Я бы хотел сейчас еще 400 получить. 2. 22, 25. Древерат. Ну блин, его долго собирать, безусловно.
Ну, пожалуйста, камон, давай сейчас разблокируйся, а? Блин, зараза такая. 24-25. Ну, что ты будешь делать? Майглин, пятерочка, первый. Первый раз пришел. 1100. Тут есть другой просто аспект. У нас, если не ошибаюсь... А хотя нет, у нас завтра заканчивается героический горн за покупку. Мне нужно зайти сейчас на арену сразиться. Я там сейчас проигрываю в основном, потому что, видите, 53 уровни. Но вот условно... Эта команда все равно 6 уровень. Она более стандартная, ее можно попытаться пройти. Так, удар пошел, да? Ну, давайте по ней. Массовым. Бафаем. Удар. Спокойно. Есть, убили. Есть так называемая взрывная команда. По-английски ее называют Bombing Team. Я потому что видел английские выпуски, англоязычные давно. Смотрел, какие команды можно составлять в этой игре. И фишка в чем? Ты собираешь себе команду, которая сильно дебафает врага. И потом за тьмой просто убиваешь. То есть мухами за тьмы, которые... Чем больше дебафов, эффектов, бафов и дебафов на противнике, за каждый дебаф наносится определенное количество урона. Чем больше дебафов бафов, тем больше урона нанесется. То есть ты очень мощно дебафаешь, потом бьешь за тьмой, пух, все взорвалось. Ну, называется как бы взрывная команда. Вот, и, соответственно, мы сейчас некое подобие взрывной команды только что увидели. Я думаю, что нам делать... Да, Ксарт нужен. Это третья звезда Ксарт. Или вторая. Нет, это вторая звезда Ксарт. Он у меня с одной звездой. Ксарт, собака нужен. Блин. Давайте-ка секундочку. Из сундуков сейчас заберем с вами вот этот сундук, безусловно. Забывая про него. В ресурсах мы с вами можем и опыт получить, и монетки. Глядишь, может еще что-нибудь подфартит, привезет. Что-нибудь вкусненькое придет. Ладно, это плевать. Самое главное монетки. Опыт у нас хватает. Ну, 1 200 000. Самое главное, чтобы миллион был, не 500 000. Потому что у меня бывает и 500 приходит. Чтобы хотя бы так по миллиончику прирастать. Видите, у нас с вами серебряных жетонов звезд 42. Это же жетоны, серебряные жетоны. Бёрн, Стелси, Рогар. Рогара можно апнуть до двух звезд. В принципе. Но от него пользы ноль. Его нигде не используешь, никогда не используешь. Я не знаю, зафига, нет, тратить мы на него ничего не будем. У нас это аккаунт, на котором мы с вами все очень аккуратно делаем. Так, ну мы тогда возвращаемся с вами в события, потому что я хотел бы сейчас вот на этом, наверное, запись этого выпуска остановить. И он будет в том виде, в котором он будет. А следующий выпуск, он выйдет где-то посреди недели. Я хочу попытаться сделать по два выпуска. Так что мы еще за 60 золотых, нормально, нормально. Это то, чем я и хочу заниматься здесь. Я хочу получать героев. А это важный герой, это супер важный герой. И естественно нужно как можно больше сейчас получить отсюда рун призыва вот этих. У нас сегодня еще здесь на 200 выносливости хватает миссий, нормально. То есть больше я сегодня, естественно, за золото ничего обновлять не буду. И просто буду ждать, пока выносливость сама обновится. Соответственно, таким образом не туда нажал, сорян. Таким образом, естественно, там поучаствую, а завтра уже продолжим в следующем выпуске. Так вот, хочу попытаться сделать два выпуска, потому что очень много всего происходит, и в один выпуск уложить сложно. Давайте призываем. Ну, сейчас мы ее как гарантированно, мы сейчас ее получаем. Но, естественно, я имел в виду, я бы хотел 10 призывов сделать, получить бесплатную звезду. А там, глядишь, может быть, еще и апнуть до 4 звезд. Стерус, 5 из 65. А, это 5-я звезда поползла, все, я понял. Ну ладно, окей. Самарианон у нас есть, это уже, господи, достижение, это хорошо. 2 звезды, 3-ю звезду, точнее, нужно получать. То есть нужно еще 5 раз призвать. Я думаю, что, в принципе, за 2 дня 5 раз... Ох, это очень сложно сделать, честно говоря. Но если золотишко полностью туда сливать... Не знаю, мне его больше брать неоткуда, золота мало. Тут, в общем, во время турнира произошла отвратительная штукенция. Вот здесь 5 золота есть. Просто отвратительная штукенция произошла. Здесь еще дальше десятка. Что было? В турнире у нас с вами есть красные такие бутылочки. Соответственно, при помощи них ты можешь подлечивать персонажей до 30 раз. Вот, после 30-го лечения больше лечить нельзя. А также ты можешь подлечивать за золото. И у меня заглючило отображение бутылочек. Их было 440. И несколько раз было 440. Я так по чуть-чуть отличил, по 20, по 40, по 20, по 2, 40. И не обращал внимания.
Потом смотрю, такой 440, у меня много. Ну ладно, я один раз умер, то есть проиграл. Думаю, нужно всех отличить, потому что команда хорошая. Я отличиваю всех и смотрю, у меня 440. Ничего не изменилось. Я перезахожу в игру, и оказалось, что у меня потрачены бутылки и потрачено золото. Я потратил золото на восстановление персонажей. Что делать, естественно, в турнире ни в коем случае нельзя. Вот, но слава богу, хотя бы что-то обратно получил оттуда из турнира. То есть, ну, хоть так, ладно, но очень досадно, вы не представляете. Я так старался, чтобы все было четко, чтобы у меня было золото на этот ивент. И в итоге так облажаться. Давайте апаем ее до 45-го. Рианон получили, а это уже гуд. Это просто шикарно. Просто отличнейший босс. Шикарно работает со всеми друидами. Но вот эта следующая задача. Что ж ты сюда нажимаешься? Ну ладно, раз ты так хочешь, раз ты настаиваешь, давайте торок автопобеда. Выкручиваем 11. У нас сейчас 180 сфер, все хорошо. Один собака. Вот он плохо приходит. Почему-то я не понимаю, как это работает. Но это досадно. Ладно, здесь мы с вами можем забрать 500. 250 тысяч, 50 золота еще на 25 уровне, может отсюда смогу доползти, сомневаюсь, но может быть сможем. Так, давайте зайдем все-таки в героев, посмотрим Рианон, что у нас с ней происходит. Я специально под Рианон оставлял, у меня кубы есть, умений, но не так много. Надеюсь, все, найти, где мы можем, в темный можем найти компас? Да, есть в темный, просто в темный мне сейчас никто ошибка не нужен. Вот так вот, окей, повезло с первого раза. Вот, и она, в общем, что делает? Она, во-первых, сокращает эффекты на врагах и наоборот на нас. Эффекты положительно на них, положительно нас отрицательные понижает. Вот, плюс она наносит очень много, так скажем, дотом. Ну, это сам дот, это damage over time. То есть кровотечение, например, да, которое тикает каждый ход, вот. По-русски, господи, сорян, в башке старый английский, естественно, из-за того, что английские видео смотришь, и раньше все на английском было. Вот, не в этой игре, а вообще во всех играх, привычка. Вот, соответственно, также она каждый раз, когда здоровье любого союзника падает ниже 20%, Рианон накладывает на такого союзника два положительных эффекта, снижающие весь получаемый урон на 50%, каждое получение урона снимает один эффект. И понимаете, что это каждый раз на любого союзника, любого, вот это самое главное в ней. То есть, хоть она и друид, она работает не только на друидах, она работает на всех. Соответственно, с шансом 7% за каждого союзного друида при нанесении урона любым союзникам, кроме эффекта длительного урона, Рианон и другой один случайный союзник проведут внеочередную базовую атаку по той же цели. То есть, понимаете, плюс еще дополнительные атаки она дает. На самом деле, шикарный персонаж. Есть, хорошо, это мы с вами прошли. Так, у нас с вами Рианон появилась. Я пока что не буду никуда тратить кубы, потому что я еще не решил, что именно я буду прокачивать, что мне действительно нужно. Потом вместе потратим на какого-то персонажа. Есть команда, она работает, у них все прокачано. Ну а у нас с вами еще 29 тысяч здесь. И мы, наверное, все будем делать так же, как в прошлый раз. Во-первых, что здесь происходит? Немножко отсюда получим. У меня мало, на самом деле, кого прокачать можно. То есть мне некуда потратить такое большое количество денег, чтобы получить вот эту серебряную звезду. А хотелось бы, на самом деле, получить. Ну-ка, этапы по героическому городу. У нас 6-й этап. Рейтинг. Чтобы попасть в десятку, мы сейчас с вами там, где нужно, да? То есть с 4 по 10 место мы награду получим 5000. Но это будет завтра. То есть нужно еще за этим следить, сейчас не увлекаться. Но все равно немножечко пооткрываем. Погнали. Глядишь, может быть, что-то годное придет. Ну, поехали. Шустер. Йоу, Майглин открылся. Красота. Это хорошо. Но он не то чтобы прям очень какой-то сильный персонаж, он неплохой. Ну, нормальный. Но просто так сейчас под него команды нет, это дикий эльф. Но сам факт, то, что у нас открылся персонаж просто с одного призыва, это шикарно. Вот у нас с вами пришел. Это шикарно. Так, дикий эльф и плут. Он может прятаться, контратаковать. Он стрелок, да, если не ошибаюсь. Да, не факт, не знаю. Плут, нет, не стрелок, плут, естественно, да. С шансом 8% один случайно скрытый дикий эльф в отряде нанесет вспомогательную атаку по цели атаки другого союзника. Вот это вот прокачивать пассивку у него просто must have. То есть, например, у нас с вами товарищ Кирну Ол, он тоже дикий эльф. Хоть он и не выглядит как дикий эльф, нифига, вот он, да. Но он дикий эльф. Мне вот интересно, Этер, ну да, он какой-то сатир. Непонятный, не знаю. Непонятный зверюга, но дикий эльф, вот так вот.
Блин, это круто. Я доволен. Так, жар-птица. Это зверолюди, но ее сложно собирать. У меня на другом аккаунте вообще сейчас неплохо. Стелсы, 45 из 50. Ну, это прям... Это хорошечно. Это же хорошечно. Что у нас происходит по зутиме? 36-65. Это просто... Все? У нас есть стелсы. Три звезды. Еще один персонаж из Детей Леса. Окей, договорились. Естественно, ничего покупать не будем, но, блин, поперло. Поперло прям раз за разом какой-то персонаж открывается за покупками. Нормально. Едем дальше. Через 30 призывов у нас вообще с вами гарантия. Гарантировано большое количество осколков от 80 до 145. Вулкан! 15 осколков еще вулкана приходит. Да ладно тебе. Хороший персонаж. Это плут из защитников, да? Как они там называются? Нет, не защитники, а рыцари совета. Вот, рыцари совета, все верно. Вот это вот умение особое, вулкан, шикарно. Да, вот оно. Вулкан прячется от атаки, пропускает один ход. За каждый пропущенный ход получает одну подготовку. Проводит вспомогательную атаку на любую атаку светлого союзника. Вспомогательная атака. То есть ты бьешь светлым союзником, она бьет дополнительно. Ты ее прокачиваешь, вулкан, и просто сносишь. Меня с вулкан снесли как раз. Напоролся на, в турнире на команду с вулкан. Такой, пойду-ка посмотрю. Да ничего там страшного нету. Меня просто снесли пол команды. Ай, ладно, ее нужно качать будет. Это хорошечно. Ладно, давай дальше. Давай, призываем. Три персонажа сегодня уже разблокировали. Да. Леонга, 5 осколков, 17-25. Нора, ну это сложный персонаж, он, ему команда нужна. Так, то есть у нас Рианон появился, Вулкан появился, даже 4 персонажа, класс. Вот так потихонечку, осколки, 7 ножей, первый из 50 осколочек. Шикарнейший, 7 ножей просто идеально, 46-65 осколков на нее. Хорошо, ладно, давайте еще раз. Как и в прошлый раз, ох. Как и в прошлые разы, мы не будем с вами увлекаться и оставим, естественно, на следующую недельку осколков. Капитан Джон пришел, хотя бы 2 осколочка, это уже год. Ой, йоу! Ой, боль! Ёпарасоте, что ты творишь, игра? Черт. Что же ты творишь? Здравствуйте, Ирма. Это друид. Это друид, это друид. 5 звезд. Мы лопцанули друида на 5 звезд. Офигеть. Ирму. У меня, если не ошибаюсь, за 3-4 месяца, сколько я играю на том аккаунте, Ирма только сейчас достигла 5 звезд. Или, может быть, даже не достигла. Может быть, мне там 6-7 осколков не хватает. Тут просто лопцануло. Это повезло, это просто повезло, народ. Это просто повезло. Качаем ее в 5 звезд, безусловно. Дальше. Мы с вами качаем тренировать ее в 40-й, наверное. Давайте пока что в 35-й уровень. Посмотрим, что по силе будет. Не будем увлекаться. 2200. 40-й. 2400. Почему так? Потому что прокачка умений и одежонка, она еще ей добавит. У нас нету выносливости сейчас. Да. Ух ты, йоу. Друиды, стрелок, дебоширы. Владычица урагана, испытывающая жгучую ненависть ко всем магам. Так вот, пассивка. Пассивка хорошая. Если Ирма получает урон от противника мага, она с шансом 30% нанесет контратаку по магу. Если в отряде нет ни одного союзника мага, базовые параметры Ирма повышаются на 30%. Ирма получает на 10% меньше урона от магических атак. Вот, соответственно, шанс выполнить контратаку по мере прокачки пассивки растет. Плюс повышение характеристик. То есть, если в отряде нет ни одного союзника мага, сами понимаете, Ирма будет все сильнее и сильнее становиться. А вот теперь мне интересно, то есть это нам в принципе ломает команду, потому что Зутима маг. Зутима маг. Кабальдун у нас идет как целитель. Он не маг. Это важно, то есть кабальдуна мы можем использовать.
О, черт. Это очень круто, народ. Я просто в шоке сейчас. Не представляете, какой кайф. Это супер неожиданно. Но нужно серебро тогда. У нас с вами персонажи появились, деньги у нас есть. Серебра потратить немножечко по этапам, продвинуться, собрать награды. То есть мы с вами стелси лупасим 45-й. Ну, естественно, просто мне нужно там звезду получить и прочее, прочее. Это все важно. Это все нужно. Там монетки, чтобы серебряные сундуки еще открывать. А персонажев так или иначе нужно прокачивать. Так, стелси готово. Майглин. Давай тоже 45-й, париться не будем. Но, не знаю, я пока что на него тратить ничего не буду. Тут возникает самая большая проблема. Когда у тебя много персонажей, у тебя нету одной вещи. У тебя нету кубов. Все время не хватает только одной вещи. Кубов, умений. Ты сидишь и думаешь, черт побери, а кого мне теперь прокачивать? То есть, например, у нас хорошо, у Вулкана две звезды. Вулкан, ну, у нее две звезды. Может быть, ее, она светлая. Дальше Ирма. Рианон. В качестве хилера им поставить либо Харану, либо Лаки. Скорее всего, Лаки, но Лаки прокачано. С ней все хорошо. Лаки, скорее всего, да. И пятым персонажем пойдет Стерус. Вот такая команда. Стрелок, воина света. Соответственно, в команде будет, не будет ни одного мага. Целитель, защитник, карат, отряд возмездия, дебошеры. Да, в команде не будет ни одного мага, и это может сработать. Это нужно тестировать. Потому что если стелси будут убивать, то, естественно, это все на смарку. Так, мы с вами получаем звездочку, получаем еще монетки. Хорошо, то есть, как видите, здесь за каждый этап монеты получаешь. Серебряные талисманы, я имею в виду. При помощи них, естественно, там потом участвуем. Ну, что у нас происходит по этапам героического горна? 12-й этап. Нам нужно еще два открытия, чтобы получить 3 серебряных звезды. Ну, я звездами называю. 3 серебряных жетона здесь. Я бы на самом деле получил бы вот этот талисман легендарный, хотя бы один отсюда. То есть это нужно еще 4 открытия. 4 открытия. Сюда я уже, да, претендовать не могу. Мы с вами и так лупцанули на 22 тысячи. Так. Ну, я думаю, что вряд ли мы поднимемся в второе-третье место. Шанс есть, но маленький. Ну, погнали, погнали, еще подкрываем. Мы еще Рианон подкрываем, естественно. Пофармим. У нас еще здесь руны Индиго есть. Ну, давай. Кабальдун. Поджигатель камня душ. Так, Хатей. 23-30. Червь, неинтересно. Камни душ. Сори, я сейчас еще раз туда зайду. Я что-то сбился, мне тут позвонили. Сколько мы хотели с вами? Еще две до легендарного, да? Договорились. Жетончики мы с вами цепанули. Это шикарно. Идем, давайте еще две. Хорошо. Есть, но я до сих пор в шоке. Я про... Клаудио Токсик. Хорошо, еще пятнашка нужна. Это вообще хорошо, что она пришла. Она очень хороший персонаж, вот как раз из той взрывной команды, что она дебафает. Который вот зутимой. А вообще идеально 2-3 команды иметь для турниров, чтобы менять, чтобы получать все бонусные очки, сами понимаете. Ну что, Райзер, Поджигатель. 21 из 15 апнули ему третью звезду, если не ошибаюсь, да, получается. Ну, все, ладно. Пока что с вами с призывами закончим. 23 призыва всего осталось до гранти. То есть это пару недель. Легендарный талисманчик плюс. Идем сюда. Что у нас происходит с поджигателем? А, две звезды. 25 это две звезды. Все верно, да, что это я? Ксарта надо покупать. Нужно апать Ксарта. Ксарт восхитительный. Так что покупаем его и не паримся. Тут даже думать не нужно. А по поводу Райзера... Потратить нет? Ладно, куплю Райзера, хорошо. Догоню его до 5 звезд, потом успокоюсь. Долина сокровищ. Мы с вами купили стелси, больше у нас ни на что не хватает. Клановые награды. Здесь вообще нужно... Нужно заморочиться и покупать только Мердина, все. Клановые награды, у тебя ничего не существует, кроме Мердина здесь. И ты покупаешь только его. Да, здесь есть Райзер, но...
но нам не нужен. Здесь на самом деле для нас интересна Мэдба. Всегда. Тоже друид, естественно. И Мердин друид. Команда друидов, ее нужно составлять. С этим нужно мучиться, с этим нужно работать. Но я мало пока что фармлю вот этих очков. Слишком мало. Катастрофически мало. И поэтому я пока что усилю свою команду. Я еще Ксарта немножечко докуплю, чтобы он быстрее апался у меня. Магазин, друг, мы можем с вами открыть еще один сундучок здесь. Посмотрим, что отсюда придет. Как всегда, Трорин, он всегда приходит. Шустер. Видите, 745. Надеюсь, у нас все плохо. И последний. Билар. Билар. Да, это Билар, это забавно. Вот, вот так вот сегодня у нас с вами... Я не знаю, что творится. Через неделю нам выдают по 145 осколков. Раз в две недели. Это какой-то прям... Это просто праздник какой-то. Серьезно, я в шоке. Я до сих пор сижу и просто офигеваю. На самом деле она сама по себе очень сильна. Она очень сильна. У нее очень хороший урон. Наносит два удара подряд по одной цели. Если цель маг, то способность невозможно вернуться. Накладываем отрицательный эффект. Нельзя заблокировать стойкостью. За каждый нанесенный удар с шансом 35% в цели снимается один случайный положительный эффект. Если противник находится под воздействием отрицательного эффекта пропуск хода, то его скорость будет снижена на 25% в течение одного хода. И два удара. Это круто. Особое. Наносит урон всем противникам. Если среди противников есть маг, то он не сможет вернуться от способности. Меткость всех противников снижается на 10% на один ход. Это снижение меткости апается. То есть это очень хорошее умение, которое на всех еще понижение меткости кладет. А если еще кабальдуном сверху докинуть, это еще понижение меткости. Я не знаю, как они там складываются, не складываются. Ну, в общем, я доволен. Это безумно круто. Ладно. Вот так вот, у нас с вами сегодня опять праздник. У нас прибыло в команде. Прибыло очень-очень-очень неплохо. Там есть еще кавапнуть, еще куда-то деньги потратить. У нас есть возможность. Ангрим, давайте. Почему бы нет? Тренировать. 45 уровень. Нам просто нужно одного персонажа всегда оставлять низкого уровня, чтобы можно было хотя бы по одному уровню в день вкачивать. Потому что каждый день приходит это задание, что нужно кого-то апнуть на один уровень. А так мы с вами, Владыку Серебра, уже 16 этапов закрыли. Найс. И начали получать отсюда руны Индиго. То есть... Подожди, 15 этап. А на 16 мне не хватает буквально 2000. Да мы сейчас это закроем нормально. У нас Ирма 40 уровня. Мы это тренируем до 42-го. 43-го, хорошо. Сейчас за 3000 поднимется, да? Нужно, нет. Нужно быть аккуратным, потому что она без экипировки. Экипировку оденешь, она станет очень сильной. Я очень и со всех сил сильно стараюсь. Очень сильно стараюсь все время. Я уже много раз это повторял. Держать мощь команды на одном уровне. Вот у меня Роланд немножко подпрыгнул в 4600. Все. Нужно выравнивать всех в 4600. И потом те команды, которые ты используешь регулярно, нужно их, естественно, потихонечку продвигать вперед. То есть, например, 4550, я ему апаю особый навык 4567, да? Так вот потихонечку. Это довольно-таки сильное умение, кстати. Три удара по 16 тысяч. И сейчас, если еще раз апнуть, будет по 17 тысяч. Демон. Ну, ладно, пока что его не использовать. Ну, вот так, друзья. Я не знаю... Тупо везет. Бывает. Бывает. Надеюсь, что он также повезет в этой игре. Ну, или хотя бы, ну, если не 145 очков, ну, осколков хоть по 80 будете получать, или по 50. Удачи. Игра шикарная, на самом деле. Мне очень нравится. На этом все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. На Boosty выпуски выходит гораздо раньше для платных подписчиков. Подписчика там 100 рублей стоит. Так что, если поддержите рублем, буду очень благодарен. Удачи, друзья. Не забывайте подписываться. Увидимся в следующих выпусках.